Избиение школьницы в Ольске. Сегодня в город прибыла комиссия из Саратова. Полицейский и детский омбудсмен разбирались в инциденте. Он произошел на днях. В соцсетях появился ролик, на котором подростки издеваются над школьницей. Одна из студенток технологического колледжа заставила девятиклассницу облизывать ей обувь. Ученица требования выполнила. Остальные снимали происходящее на телефон. После того, как информацию распространили журналисты, студентка забрала документы из колледжа и уехала из Ольска. Девочка сразу уехала в Петербург, но в любом случае сейчас проверка будет продолжаться, и УВД сегодня дело передает в Следственный комитет, и будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Это как бы не моя компетенция, но я считаю, что это правильно.